У меня машина сломалась. Рутанула один раз и стоит. Открыл капот, тут все хлынуло куда-то. Ну вот ты что теперь с этим делать мне? К соседу, что ли, бежать? Причиной поломки часто является накипь от жесткого масла. Используйте колгон 2 в 1 при каждой замене масла. Он защищает жизненно важные детали от накипи и поломок и смягчает масло для лучшей работы вашего двигателя. Лучше колгон, чем тазик и сосед. Пусть машина служит долго, колгон.